Это не наш лес, а чей-то чужой. Сколько? Мы проехали почти 500 километров от Смоленска. Нам осталось 350. Остров проехали, и мы уже в псковские места здесь. До Пскова тут буквально 5 километров осталось. Решили ножки свои размять. Заправились мы. Сколько раз мы заправлялись? Один раз. Заправлялись мы один раз только. Там тоже красиво обедом. Я посмотрю, что там впереди. Обед у нас горячий, в термосах. Цветочек, привет! У нас таких цветов нету, а здесь цветы такие красивые. Ух ты! Я такие у нас не видела в наших лесах. И снимаю такие красивые цветочки. Жанна знает, что это такое. Но это ж не сонтрава. Я видела и у Максима видео сонтрава, и у Марии. Но почему-то ничего не запомнила. Во, красивая травка. Коленки я не побрызгала, от клещей мы побрызгались на всякий случай внизу. Так, обед мой не остынет? Думаю, что нет. Цветочек закрылся. О, какой красивенький. Спит. Знала, я отсюда не уйду. Я за этим и пришла. Хотели раньше остановиться, но там были какие-то не такие леса. А я говорю, поехали в сосновый лес. Вот они. Здесь много. Это строчки. Где моя корзинка? Или ведро корзинку я не брала. Блин. Во. Толику повезу. Сашиному брату. В Питер. Столько грибов. Ой, мрак. Ужас. Течения какие-то проходят. Но грибы мои в одном месте. Наверное, их тоже собирают. Нет, еще один вижу. И цветы такие вижу кое-где. Здесь очень много, вот учения какие-то идут. Я туда уже не побегу. Вон там какие-то окопы, рвы. Ну, как у нас в Красном Бару. Стоян для больших автомобилей можно заехать. Кто нам не подал здесь. А вон там вообще избушка какая-то. Недалеко. О, что там такое? Неизвестно, но я туда не пойду. Вдруг какая собака там будет бегать. Весь лес перекопали. Ё-моё, что это с батарейкой такое? Грибов-то не так уж и много. Я думала, они здесь по всему лесу. На каждом шагу. Но проехала я не так уж и много. Я только 150 километров проехала. Некогда было меняться. Менять руль. Вот так вот. Дорога сухая, дождя нету. Хорошо, но здесь вообще... Можно играть в прятки. Ну вот мои грибы и попрятались. Кто не спрятался, я не виноват. Все, пойду дальше. Цветочек сорвать, но не буду. Зато браслетик свой покажу. Нет, пожалею, пощажу. Хотела Сашу показать. Я его лучше приведу к цветам и покажу. Не буду рвать. Уйти, какой хорошенький. Вот так я камеру разверну. Все. Еще несколько вот такие вот грибы, но я их все забирать буду. О, так, шишечки, а этот какой-то с дырочкой. О, и вот, ну мне и хватит. Все, пойду перекусывать. Тебе его дарю. Смотри, цветочек. Ой, давай подними. Ой, покажи, только ни в коем случае. Вот, конечно. Вот он, красивенький. На обратном пути мы тебя выкопаем, какой-нибудь цветочек, 2-3, с землей, и отвезем в наш лес. Хорошо. Давай. В пути здесь цветов этих море. Бесподобно. Очень красивые цветы. Их здесь очень-очень много. Везде полянки целые. Супер. Мне туда не надо, мне не интересно. Совершенно я и не пойду. Что камера возьмет, то возьмет. И мне не интересно. Мне интереснее найти какой-нибудь маршрут. Худой конец строчок. Вот это строчки, грибы строчки. Но их здесь мало. Я не знаю, их, наверное, забирают, может быть. Но их мало. Все цветы поснимать здесь на камеру. Очень красиво. Блеск.
Лес, конечно, замусоренный тоже. Я стараюсь, ну, не очень уж замусоренный. Я стараюсь его снимать покрасивее, почище где. Цветы. Негатива в жизни и так полно. Зачем же портить свое настроение? Какой-то блиндаж. Тут маскировка была, какой-то блиндаж. Вокруг елочки положены. Ладно, пойду я дальше. Все, пойду обедать. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока. Из Псковской области. И до встречи.